Всем привет, ребята! У нас третий день стримдачи. Начинается он у нас, естественно, с спортивного мероприятия. Потому что здесь все спортсмены, киберспортсмены и анимешники. Вот. Окей. Мы уже размяли. Да, я знаю. А я не размялась, кстати. А я предлагаю, кстати, 2 на 2. Сейчас разомну тебя. Но это не в этой комнате, мне кажется. Так наоборот, кипится. Да, да, нормально, нормально. Не, ну маска-то у меня есть. Я всегда, когда в Москву приезжаю, маску беру. Кожаную. А с маской? Смазка, смазка тоже. Смазка тоже. Да, да, я да, конечно же. Иначе без смазки как бы не попускаю. Ну я короткая. Жестко. Надо было прыгать на стол. Мы тут там я. Так. Прыгать на стол, это когда напьемся на бирпонге. Поехали. Одна девушка. Четыре мужика и два одной голос. Ничего, ничего, ничего. Где нормально. 6-4. 6-4. Моя, да? Ультраласт. Нужен ультрамега, супер, бупер, нереальный, точно ласт. Да-да-да, это со скилл-тестов народ подтянулся. Фух, вот. Сань, ты пей там, что это такое? Блин, да. Слушай, да тут правда бонусный прям. Ну, давайте. Есть контакт. Красиво. Все, согласен с вами, согласен с правилами. Согласен с этим шариком. Жестко. Жестко. Домой. Я как вратарь, который пропустил все мячи буквально. А потому что кто последний кидал, тот пьет. Кто последний кидал, тот и пьет. Получается, примерно так. Я его просто набухал. Следующий. Бум. Найс. Что, без промаха? Да, что-то пока без промаха. Так это что-то какой-то бонусный, куда столько... Он большой. Куда столько льют, ты посмотри, что. Да, на донышке. Столько даже Шурыгина на вписке не пила, блин, а ты говоришь... Ну, я понял, да. Я не знаю, сколько на вписке. На донышке. Не, ну когда ты на таком озере... Разжечь костерчик, пожарить мяско, кого-нибудь пожарить. Друг друга потом. Друг друга, естественно, святое. Да. Ты так долго пьешь, тебе реально тост надо говорить. Да. Вы все такие красивые становитесь, как только я пью. Не, ну трезвые вы тоже ничего. Спасибо, Сань. Блин, я сам сразу такой красавчик. Словно молодой. И худой, как раньше. Но не тут-то было. Вот, и вот два стакана. Я без петлички, но я покидаю все равно. Давай, я буду говорить, что он говорит, чтобы вы слышали, что он говорит. Саня... Как экзибит Саня я... Классный парень. Когда... Саня... Понял, понял. Ну, Мел отлично шутит. Ну, это... Подожди, да, так да, и планировал, да, подожди, да, я так и планировал, да, именно. Фу, такие броски делать столько бухим. Держитесь, ребята. После 15 стакана будет заходить как вода. Спасибо. Ну, кстати, если честно, мне каждый раз тяжелее заходит.